Вот так вот. Не знаю слов любви. Как дураки, да? Шарики это... Кимоно. Всем привет! Они несут, несут, мы пить не успеваем. Наивный мы. Вот думаем, руки мыть или пить. Чтобы не простоволосить, надо спросить. Окушки какие-то. Да. Это все съел. Happy birthday to you. Ананас. Глаз алмаз. Тысяча. Короче, 500. Не бойся. Да, я понял. Бар. Угу. Гуляем. Мини-клуб. Остановите. Надо выйти. А, блин, легла поспать. Вадичка, он сидит на балконе, аж бедный. Но меня все равно разбудили. Мне принесли тортик с днем рождения от отеля. Вот так вот. С днем рождения меня. Свечку придумал. Не успел. Успела. А. Угу, какая красивая. Водичка сегодня без настроения, потому что еще трезво. Тебе так кажется? Он мне даже комплименты не говорит. Ну, Алена, я уже старый солдат. Я не знаю слов любви. Ну, вообще не видит, что я накрасилась опять. Красиво ты же. Что я вся в сердцах, Алена. Вся в любви. Ну, все равно, вот так вот. Алена, давай. Дураки, да? Ты с камеры, я с камеры. Очень дураки. Неудобно. Хорошо, хоть сидушки мягкие дали, да, Вася? Угу. Повыше камеру держи, пожалуйста. С днем рождения. Это уж саке, в принципе? Саке, да. О, оно дел... холодное. А я говорю, главное дело, спросила, горячее. Я говорю, да, горячее. Принесли холодное. Ну что теперь делать? А как она спросила, горячее? Она написала. А, ну горячее, вот. Это чай, а саке ты пьешь. Это... А. Ну ладно, ничего. Смотри, какая интересная. Перепуталась. Ну, а там лед, да? Ага. Прикольный дырочка, бокальчик, да? Да? Дырочки лед. Дырочки, тут вот палец. А, это такой визуальный обман, да? Кажется, как будто большая. А ты записал в ресторан? Да. Ой, шарик, блестки.
Шарики, это в честь мою, я только заметила. Обалдеть. Такие салфеточки. Да, вот смотри. Башечка. Такие мама. Внесли сосиски. Интересно, они по-японски говорят? Что? Да, это. А соевый соус, вон, да? Креветка. Сырая креветка. Барабанная дробь, первый раз пробую. Она вкусная, сладкая, нежная. Ну, я думаю. А попробуй, батя, она сырая? Голубо. Не надо мне. Очень вкусная. Надеюсь, безопасно. Я такой никогда не ела, очень вкусно, нежно. А вот они, голубо. Ну да. Всем привет! Тебе подлить соус? Куда? Тунец? Ой, тунец, это гребешок, рыба какая-то и креветки. Ну да, они все несут, несут, а мы не пьем, батя. Давай хоть напьемся. Да. День рождения все-таки, надо напиться. Закусками у нас тут прям. Они несут, несут, мы пить не успеваем. На сыре тофу. Печень нежнейшая, да, батя? Еще вот принесли что-то. Это угорь с рисом, да? Наивный, мы что, рис пришли сюда кушать? Что, креветки не доели? Стейк. Тоже по руке. Принесли чайнички, налили сюда водички с лимоном. Хорошо, не выпили. Мы вот думаем, руки мыть или пить, что делать. Алена, ну сначала не делай, давай спросим. Спасибо. Но лимон-то это не будут тебе в чай пить. Ну понятно, вот нам чай принесли. Значит, для рук. Конечно. Ну подожди, чтобы не опростоволоситься, надо спросить. Короче, мы опьянели уже от порции саке. Хотя она маленькая, да? Сколько здесь? Это лед. Видите, какие мы пьяные уже. Пить или мыть руки? Вот в чем вопрос. Это кушать. Так, здесь что-то добавили? Ракушки какие-то? Надо спросить. Ну, наверное. А может, сюда это? Позови, спроси. Боюсь. А зачем тогда сюда налили? Я спрошу, я уже запутался. Давай пробуй. Ты первый. Не хочу. Подай. Выяснили. Все-таки это был суп. Он солененький, я же говорю прям. Кислый с солью, с лимоном. О, чай, да. Чай, пожалуй, нам нужен. Первый раз такую тарелочку для супа дали. Такую большую. Суповая посуда. Батя, а мне нравится. Давай я дома тебе тоже буду суп наливать с такого чайничка. Суп. А это отсюда вылавливать? А может, это
сюда все? Нет, я спросила, она говорит сюда, это суп, бульон. Ну да, тогда будем. Сижу, наелась. Жду, когда Вадим доест все. Это все съел он. Он какой красный. Вадь, вкусно тебе? Да. О, устала кушать. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Ура! Ура, и мне достался тортик. Все? Мы приехали, был такой тортик, да? Угу. Сегодня принесли, угу. И вот второй. Угу. Походу, у них тут кондитер один. Давай. Обжиралова. Угу. День живота. Вау. Это мороженое. Опять принесли. В общем, тема такая. Это не мы меню спланировали, а оно уже было как бы запланировано. Ну, там что-то написано. Окей. И вот они все несут. Ну, я так понял, что подходит уже к завершению. Вот принесли нам мороженое. Фрукты. Тут вот глаз дракона тут. Ананас. Глаз алмаз. Папайя и дыня. Я так думаю. Вот мороженое так здорово сделано. У меня дубочек завалился немножко. То ли пьяный, то ли этот ураган его снес. Как, какой здесь промежуток? Яги. А, яги, да. В общем, как-то так. Жду. Ждет счет. Счет, когда принесу. Поел. Хорошо. Короче, 500. 1400 копеек. А сколько саке у них стоит? Как ты выполз? Живой? Thank you. Bye-bye. Панечка, мне не будешь, что ли, помогать одевать? Ну, а как я? Ну, уж ухаживай до конца. Ну, алло. Натягивай смелее. Я боюсь порвать тебя. Ну, она вон перекручивает. Ну, натягивай. Она же на резинке. Какой она резинке? На второй. На проволочке. Спасибо. А ручку мне подать? Господи. Thank you. Bye-bye. Ты на красавица, не бойся. Да, я подниму. Не надо, не трогай. А чтобы понимать, что у вас, какая она большая. Она спрячется сейчас просто и все. А что если ее терапию сделать, прилепить куда-нибудь? Пойдем. А вот здесь ее подруга сейчас. Может, она от нее ушла? Ничего не ушло.
Ну, она, наверное, от нее ушла. Опьянела, Вать, от тебя, твоих пьяных рук. Вечерний бар. Вот, за бассейнами прям тут. Здесь тоже фиш-бар. Можно где покушать, да? Места есть. Без штанов тебя оставят. Ну чего, реально, с пива. Три дорого. Да, в магазине 12 юаней стоит 0,5. А здесь 0,33 стоит 38, да, юаней. Угу. Гуляем. Ночной вид. Это наша вот поляна. Здесь детки. Мини-клуб выгуливает деток, пока родители на ужине. Мы объелись, погуляли и снова пришли в нашу столовую. Я взяла арбузик. Вадим пошел за вином. Вау! Зайка, ну это все, что осталось у них. Красное есть, а белое. Ну нам хватит. Куда столько? Хватит. Как раз, конечно, полбутылочки. Если что, и красненького. Ты мне со льдом, да, как я? Я тебе льда побольше. Спасибо. Давай. Happy birthday. Кто не может наесться? Хочешь креветка? Ну как их оставить? Продолжаем. Держись. Остановите. Вите надо выйти. Остановите. Вите надо выйти. Остановите. Вите надо выйти. Выходи.